суббота и воскресенье, выходные дни в детском саду. И Адель не приходила в детский сад, и Лёва ходил сюда на бульвар энтузиастов ее искать со мной. Вчера вот мы с ним ходили, все искали Адель, сегодня, и вот не нашли. Идем по дороге, он увидел здесь каток, стал кататься вот с этим мальчиком, и они стали потом это лед тут разбивать, дробить. И надо же, идет Адель со своей бабушкой. Прям судьба, я говорю. Как такое возможно? Вот он хотел, чтобы она прошла, чтобы она пришла, чтобы погулять вместе. И точно, вот гуляют. Это так удивительно. Вот подумаешь, как не судьба? Судьба. Вот она, Аделька. Вот он, Лёва. Вот наш бульвар энтузиастов. Всем привет из набережных Челнов.